И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Lost Island. И сегодня мы пойдем за артефактом иммунитета, если я не ошибаюсь. Самое смешное было искать координаты. Захожу также на сайт, по списку, иммунитет. А координатов пещеры нету. То есть там просто тупо карта. Я думаю, я надеюсь, я вставил все-таки видео это дело. Я надеюсь, я это никогда не забываю. Но бывали случаи. Вот. Но, как бы, зная пещеру, легко найти координаты пещеры. Что я, собственно, и сделал. Как говорится, кликнул название и все. 28,7 на 71,2. Примерно по таким координатам. Это вот правый верхний угол. Правый верхний угол около воды. Примерно вот там. Вот. Вон там где-то вот около воды. Туда мы, собственно, и пойдем. Так, для этого пампарек у меня есть. Я посмотрел, какие мне нужны артефакты. Я по привычке их набираю всех по 3, а мне нужно 3 вот таких. Вот, не дерьмовые текстуры, а вот таких вот. Или подожди. Охотника мне нужно 3. Вроде у Хантера нужно 3. В общем, короче, какие-то нужно 3, всех остальных по одному. На альфа, бета, гамма. Пиу. Ну, то есть, как бы, вообще, изи-бризи. А вот этих вот нужно 15 разных. Чем мне 20, 13, 14, еще какого-то у меня не... этот, Василиска не хватает. Кожуры. Шкуры Василиска не хватает. Чешуйки, во, чешуя, короче. Ну, в общем, короче, она будет название. Не помню просто. Ну и, собственно, по игре. По карте, точнее. А мне остается только собрать все артефакты. И все. И там босс. То есть, прям не шутя, я больше не вижу, что мне что-то еще нужно. Тут. Вот прикалывает они, как они это делают. Голова такая уж по кругу. Ай, клево. В общем, да не, погнали на совушке. В общем, как бы то ни было, но у меня осталось шушуть. Прям шушуть. Давай, вон, чего бред. Взлетаем и полетели. Это что, в районе... Нет, не в районе обелиска. Это правее. Почему полетел на совушке? Ну... Во-первых, на птерах я еще успею налетаться. Везде. Вот. А на совушке как бы... Ух, почему бы нет? Вообще... Вот, допустим, да... Взять, вот, если я с собой буду таскать Фенрира. О, точно, я здесь нефть лутал, искал. А, в смысле, мы в пещеру, что ли, прямся? В смысле, в эту лавовую пещеру. Ха, прикол. Точно, тогда да, тогда я здесь был. О, что-то голос захрипел. Секунду. Так, ладно, я вроде как лучше. О, лучик. Манта седло. Ну пофиг, давай золотая. Честно, не помню, о чем говорил. До этого. В общем, тусуем в пещеру. А, Сон, что я хотел спросить. Вот если я собираюсь с собой брать Синемакропса, а как бы, блин, к нему привыкнешь, и без него уже, камон, слишком не кайфово, то... Хорош лагать. Вот сюда. Не, вот туда. Не, вот сюда. 28. И Фенрира. А что если еще и Птера, допустим, с собой брать? Или Сову, или Аргентависа. С одной стороны, типа, ну камон, да это не аутентично и так далее. А с другой стороны, в этот левел видели? 184. Тогда уж начинать на каждой карте с нуля. И вот в этом-то у меня и дилемма вечная. Брать с собой Диносов или не брать? 71. Это мне туда дальше надо лететь, точно. И вот туда. И вот где-то здесь. Вот где-то здесь. Вот где-то почти здесь.
Вот почти чуть-чуть. 71. 28, 71. Ну-ка, давай отлетим. Так, здесь ничего. А внизу? А вот здесь? А вот здесь. Отличненько. Нашел. Ну, как бы, да, логично, что внизу будет. О, зеленое дерево? What the fuck? Биом, ты так-то не наглей, слышь? Это вообще-то другой биом. Ладненько. Вот. Ну, опять-таки же, для чего? Так, в ту сторону. Для чего? Вот это вот я имею в виду, что томить того, того. Ну, а с другой стороны, смотрите. Сколько я времени трачу, допустим, на всякую беготню и так далее? Это как бы дело такое. С другой стороны, ну, все равно это, как ни крути, это читерно. Но, допустим, Фенрирчика я не хочу убирать. Почему? Во-первых, на Фенрире ты не сможешь... Ты можешь побегать только в одном случае. Когда ты пройдешь чертового босса. На фьордах. Ну, темнота просто... Ну, я уже говорил, что на этой карте очень все дерьмово с освещением. Не, давай гамовуху урчиваем. Вот, то есть как бы на Фенрире больше нигде не побегаешь. Синемакропс, ну по сути тоже, ты больше нигде уже с ним не потусуешь. И вот в этом-то и проблема. Что с одной стороны да, а с другой стороны эти индивидуальные, то есть их больше нигде нету. А допустим тащить того же Птера. Ну, блин, Птера есть везде, но ты возьми и притоми, учитывая, что у тебя будет синемакропс. Ну, в общем, вот это-то я и хочу вас спросить. Есть в этом смысл или все-таки синемакропс и Фенрир это и так уже перебор? Нет, если бы синемакропсы были бы на других картах, да в легкую. Но синемакропсы я, к примеру, даже на фьордах не видел. Да, это разные карты от разных создателей, но... Блин, камон. То есть он просто тупо на единственной карте. А я, как уже сказал, я там лишь тех, кто находится на этой карте. Я склоняюсь к тому, что Фенрир Синемакропс это и так уже перебор. Но можете написать в комментариях. Слушайте, я никого не вижу. В общем, пишите в комментариях свое мнение по вот этому поводу. Типа, вот я склоняюсь к тому, что Фенрир Синемакропс это и так уже перебор. Ну, чисто из-за того, что их нельзя добыть, кроме как на своих картах. Допустим, те же самые грифоны, которые на Рагнарёке тусуются, их везде полно. Ну, Рагнароку-то карте уже сколько? 6 лет? 5? 7? Вот, поэтому как бы неудивительно. Синемакропсы на дальнейших картах также появятся. Они также будут на каких-нибудь модовых картах и так далее. Но это другое. Я же собираюсь играть только на... картах, которые, ну, не моды, а официальные. Назовем это так все-таки. Ну, как-то так. Слушай, я понять не могу. Во-первых, мобов нету. Во-вторых, здесь прям реально все стены серые, и топографический картинизм у меня срабатывает прям на ура. Давай правила лабиринта. Идти по левой стороне. К примеру, я не знаю просто как вообще, что, где, куда. То есть, если были бы мобы, я бы еще бы по ним бы определял бы, что, ну да, туда есть смысл идти. Так, давай вот этот аппендик все-таки заглянем. О, красный артефакт. Мне кажется, здесь все-таки мобы должны быть. И много. Но они почему-то у меня не заспавнились. Почему? Хороший вопрос. Главное в лаву не улькнуться. Вот это будет весело. Собак, выносливо закончилось. Серьезно, от беготни выносливо закончилось. Но это, конечно, да. Удивляшка. На тебе место. Ой, да на тебе весь лут. Я потом просто себя перекину весь лут в этой... В ящик и все. Так. Кстати, а что там у нас? Кожаная
шапка, седло жабки. Хе-хе, как складненько. Ну, слушай, меня реально не покидает. Вот 100% в комментариях напишите, что здесь должны быть мобы. А, это я там стоял, думаю, что за пирамидка? Это пирамидка из говна. Да. Пирамидка из говна. Это, конечно, смешно. 100% напишите в комментариях, что здесь должны быть мобы, и я прям даже не сомневаюсь, что здесь должны быть мобы, и должно быть мобов много. Почему их здесь нету? Просто вся пещера, вся огненная пещера, то есть ты вся лавовая пещера, то есть ты просто в априори привыкший к тому, что если лавовая пещера, то значит здесь мобов будет дофига, а тут просто никого. Ну, как бы так быть не может. Кайф! Почему кайф? Смотрите. Сейчас, сниму. О, видали? Это кожаный шлем. Кстати, это реально самый лучший шлем, который у меня есть. А здесь он просто в два раза лучше. Там у меня рецепт на 120, что ли, брони. А здесь в два раза лучше, чем у меня есть. То есть я еще и создам. Вообще хорошо, хоть какая-то броня есть. Такс. Реально, я не нахожу рецепта ни на чё. Я не знаю. Так. Слушай, я очкую прыгать. Сильно очкую. Вот про что я говорю. Давай, вылази, мать твою. Не, ну по 20 хп это уже хоть что-то по-человечески. Теперь я меньше очкую. Стоит один раз перебздеть и уже нормас. Да. Ну отлично. Значит, все. Да не настолько же. Ёб твою ж за ногу. Уф. Ну а здесь можно было посильнее прыгнуть. Слушай, я не кругалями про... Ты... Слушай, я сейчас... Я сейчас, походу дела, приду туда, где я уже был, да? Не, слушай, ну это слишком как-то наверх. О! Я не знаю, короче, как. Но каким-то макаром, какими-то блужданиями я сюда приперся. Телепорты все-таки поставили. Если вы пытаетесь посмотреть по этому видосу, как найти артефакт, забейте. Я сам не знаю как. Арт. Иммунитера, блин. Так, погоди-ка. Иммунитета, да? Или А, это вообще неуязвимости. Господи, лошара, вот так и... Не, он просто по-английски иммун. Неуязвимости. Ну, просто... Отпину нажал. На паузе. Молча. Переименовал. Потому что есть печать в голосе, бы переименовал. Я думаю, меня бомбануло. Так. Но это отменяет того, что... Во-первых, нету мобов. Во-вторых, я так и не понял, как сюда дойти. То есть прям реально, не шутя. Так, фиолетовых кристаллов я не помню. Слушай, я этого вообще не помню. А это случаем не может быть какой-нибудь второй выход? Альтернативный. Прям как я альтернативно одаренный. А? А? Обычно, это честно, у меня ассоциация на такие кристаллы лишь одна. Сейчас здесь будут магмозавры. У меня все прям реально, я к этому уже так привык, что... Здесь сейчас будут магмозавры. Но здесь я вижу куча... Серы? Это ж сера. Заряжай, шарман! Бэм! Сера. Ничего больше, погнали. Отлично. Ну, допустим, здесь можно добыть серу. Но почему нет мобов? А вот металл я добуду, у меня с металлом жопа. Хм. Я могу шапку сделать.
О, 280 брони. Конечно, не топчик, что я мог сделать, но все же лучше, чем у меня есть. Да, прочность чуть поменьше, но... Ну, я тут просто пока лутал, оказывается, волокна, но лутал нормально, так что шапку могу залутать. Что? Камень. Камень. Давай камень выкинем. А нафиг мне камень? А мне нужен камень? Слушай, не, погоди. Кропя. Так, не та кнопка. Пяу-пяу-пяу. Отлично. Просто у тебя с весом... Ну да, как бы ты вывозил, но бегал ты все равно бы медленнее. Так. И в итоге я сейчас вернулся обратно. О! Это там, где я перепрыгивал. Погоди. То есть я пошел вот сюда, пошел наверх, а здесь вот он был проход. Ясно. То есть здесь закольцовано. Тоже нормаз. Да, это вот то самое место, где я падал и так далее. Вот оно просто закольцовано. Окей. Ну, так уже стало немножечко попонятнее. Попонятнее стало немножечко. Да, вот здесь самое главное не улькнуться, потому что отсюда выбраться будет только через телепорт. И синемокропса. Так, ну кристаллы мне точно нужны. И там вроде бы не... Хотя, погоди. Погоди, погоди, погоди. А точно там ничего нету? Жух. Жух. Вжух. Да, здесь вроде бы мы просто круга делаем и не более. Хотя вот я и не помню, вот сюда я в итоге заходил или не заходил. Ага. Здесь ровным счетом нифига, но по идее теоретически с этого места мы можем вот там наверху увидеть артефакт. По идее, если бы он там был бы. О, прикольно. Сделано так, типа лава капает, и поэтому вот этот сталагнит образовался. Сталагнит вроде бы тот, который из земли, а сталактит тот, который вот сверху. Прикольно, прикольно. Вот тут вот, вот, я понимаю немножечко деталей, а уже, как говорится, капельки добавили, а уже более логично, из-за чего эта хрень там топчет такая. Ну и по идее все, то есть выглядит она запутанно, а по факту она прямая. Один красный только этот увидел дроп. И, кстати, нормальный такой дроп. Мне прямо он зашел. Я уже даже приоделся благодаря этому дропу. Прям по пути. Так что, да, неплохо. Ну и металл залутал тоже неплохо, а то у меня там всего 3000 руды было. Как бы я весь металл куда-то потратил. Не знаю, куда, конечно. Он как-то исчез. Мне, конечно, всякой фигни, по ходу дела, понасоздавал опять, и у меня опять ресурсов нет. О, это я, это классика, это как бы без этого вообще никак. И здесь уже, по идее, на выход, да? Я же правильно помню? Здесь на выход? Да не злогай! Ой, за ногу. Стоямба. Пара-пара-пам. Вау! И на чем ты там подпрыгнул? Да, 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 еще раз. Да, это выход. Отлично. Не, ну это, конечно... Хе-хе-хе. Это, конечно, тупо. Что, мобов нету? Это... Шо за бабахи? Вулкан, что ли, бабахает? Ну, возможно. Возможно, и вулкан. Так. Ход и... Ха! Ход неуязвимости. Вот как-то такая пещерка и получается. Хе-хе, интересно. Ну, в общем, пещерка получилась как-то скучной.
скучно. Поблуждал, побродил, мобов нету, скучно. А у меня серии по-другому какие-то бывают. Ладно, на этом, как говорится, я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливый добра. Всем пока.